Привет всем, с вами Леха. И сегодня, скажем так, объявляю конкурс на идею. То есть склеил я, в общем, не понять что, вот что-то такое. И обращаюсь к вам, уважаемые телезрители Ютуба, просьба написать в комментариях, что вот с такой вот фигни можно сделать. Вот она ровненькая, все. Как бы просто у меня кусочки были, таких вот много кусочков. И я решил что-то такое, ну тут вот, как говорится, накосячил немножко, конечно, но это пробная, скажем так, версия, что из такого вот можно сделать. Вот. Если напишите в комментариях какую-нибудь мысль, буду благодарен, потому что у меня какой-то производственный кризис начался. Дело не понять что, не понять вообще зачем. Ну, может, у вас какая-нибудь мысль интересная, скажем так, возникнет, что можно с такого вот сделать. Вот. Вот. Даже если на просвет взять, вот какой рисунок получается. Вот. Ну вот и все. Как говорится, жду комментарии. Все. Ну вот, дорогие друзья, это то, что я придумал с этого дела. Вот такие вот подставки под гараж. Вот. Просто как бы порезал на три части и все. И, скажем так, сильно не замораживался. Вот. Но я от вас жду что-нибудь, так скажем, более такое, скажем так, солидное, а не подставки под гараж. Вот. Это я, так сказать, себе сделаю, потому что уже кастрюля не на что поставить, скажем так. Вот. Но хотелось бы что-нибудь такое конкретное. Так, пока.